протяжении 10 лет поделилась со мной ним рука об руку и в радости, и в горести, я думаю, с Аней, рядом с Аней, ее любящий супруг. Наверное, за годы семейной жизни было все, как у всех, да, и примирение, и ссоры, но любовь, я уверена, до сих пор живет в их сердцах, и плоды этой любви вы неизменно видите на этой сцене на протяжении всего концерта сегодня. И детки, и сегодня еще поздравят дорогую мамочку, конечно же. Ну и раз уж речь у нас зашла о любимом супруге, следующая песня будет посвящена ему. Ориентир любви. Я знаю, наш счастливый страх.
выйти на сцену, стоял, не уходи. Да, но сначала я один вопрос о ней задам, сейчас она вернется.